Финальная распродажа от Новаторской ярмарки в торговом центре «Олимп». Можно купить красивую качественную шубу по очень привлекательной цене. Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу. На Новаторской ярмарке в Олимпе финальная распродажа. Покупать шубы сейчас выгодно, цены снижены, большие скидки, размеры от 42 до 60. Будьте красивыми. Всего более 1000 шуб из мутона, нутрии, стриженной нутрии, каракуля и норки со скидками. Бренд проверен и известен, поэтому тоже сюда пришла и захотела шубу. Качество меха как бы понравилось, то, что оно может трансформироваться. И рукав, и село хорошо как будто. Не знаю, довольная. Новаторская ярмарка за шубы – это крупный российский производитель и большая меховая выставка-продажа шуб из натурального меха. Мы работаем с 2001 года, нас хорошо знают и нам доверяют. И как производитель мы даем реальные скидки. Таких цен на шубу из мутона, каракуля и норки больше не будет. Каждый подберет для себя красивую шубу из мутона или нутрии. Цены от 13 000 рублей. Шубу очень понравились. Фасон хороший, вот мне девушка подобрала. Наверное, возьмем. Особого внимания заслуживают шубы из каракуля. Каракуль – это символ элегантности, уточенного вкуса и статуса. В дни выставки на шубы из каракуля скидки до 20 000 рублей. Самое время купить норковую шубу. Только сейчас цены от 59 000. Очень люблю выставку «Новаторская ярмарка». Я не первый раз ее посещаю и не первую шубу на ней покупаю. Огромный выбор меховых изделий. В магазинах Твери такого нету. Огромный выбор цветовой гаммы. Только на «Новаторской ярмарке» вы купите красивые, качественные и теплые шубы из российской норки премиального качества бренда «Зимус». Эту марку хорошо знают в России еще с советских времен и ценят за высокое качество сырья и профессиональный пошив. Только в дни выставки покупайте шубу «Зимус» из российской норки со скидкой 20 000 рублей. Все шубы соответствуют ГОСТам. Зеленый чип – знак российского производителя. Гарантия до 2 лет. Рассрочка – кредит. Спешите на распродажу шуб. Новаторская ярмарка будет работать в Олимпе по 24 февраля включительно.